С марта 1941 года Лев Довбатов являлся начальником штаба 36-й кавалерийской дивизии. Но на момент выписки из госпиталя его дивизия оказалась в окружении, и он поступил в распоряжение штаба Западного фронта. В июле он был награжден орденом Красного Знамени за бои на Соловьевой переправе, а в августе возглавил отдельную кавалерийскую группу на Западном фронте. Он успешно провел ряд успешных операций, в том числе в тылу врага. В ходе двухнедельного рейда его соединение углубилось на территорию, занятую фашистами до 100 километров, уничтожая живую силу и технику противника, его коммуникации, склады и обозы. Осенью 1941 года на базе кавалерийской группы Довбатова был сформирован 3-й кавалерийский корпус. Корпус прикрывал подступы к Москве на Волоколамском направлении. 21 декабря генерал Довбатов погиб, попав под шквальный огонь противника. В тот же день состоялся указ о награждении его званием Героя Советского Союза посмертно.